А вот такой вопрос о материальной стороне дела. Ведь двоих мальчиков сейчас как-то растить, деньги нужны. Вам помогает? Я работаю сама. Угу. То есть вы зарабатываете на всех? Да. Угу. Ну ничего, слушайте, я всю жизнь работала, я с 10 лет зарабатывала. Нет, минуточку, вы ведь бросили работу, когда стали жить с вашим избранником. Это было, честно, это было мое решение, он меня к этому не принуждал. И, как бы к этому подводил, но решение было мое, чтобы он мне не мог, видимо, потом сказать, чтобы, вернее, я его не могла обвинить в том, что ты зачеркнул мою жизнь, поставил крест на моей карьере. Нет, я действительно очень хотела детей, и он хотел детей. Ну, слава богу, что они есть, я очень этому счастлива. Да, я тоже считаю, что на самом деле главное, что у вас есть ребята красивые. Это прекрасные руки, ноги, голос есть, выступаем, поем, зарабатываем деньги, крутимся, вертимся. Вы так сказали, выступаем, поем, что кто-то может подумать, что у вас семейный подряд, что вы выступаете всей семьей. Кстати, голос есть, слух у детей? Голос очень громкий у детей, особенно с утра, знаете, когда они собираются в детский сад, а я сплю. Я очень слышу этот громкий голос. Ну, слух, по-моему, нет. Нет, да. Петь очень любят. Нет, в шоу-бизнесе это не помеха, кстати, Слушайте, я рада, что нету слуха, потому что мальчикам, в общем-то, оно и не надо. Пускай вот как дядя Максим осваивают серьезные профессии. А, то есть вы их не видите в шоу-бизнесе? Не очень бы, конечно, хотелось. Нет, может быть, я не знаю, они найдут себя в жизни, это я знаю точно, а уж мое дело разглядеть, поддержать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.